подписчики моего канала, зрители моего канала «Честный обзор». Сегодня у нас на обзоре увлажнитель воздуха фирмы «Polaris». Значит, взяли мы вот такой вот увлажнитель воздуха. Вот если видно, уже он увлажняет воздух. Здесь очень много функций. Здесь есть дисплей и по... Значит, что здесь есть? Есть здесь ночной режим, раз. Есть возможность использования аромамассы, два. Есть возможность ионизации воздуха, три. Есть возможность включать ночной режим, четыре. Есть возможность таймера, то есть задавать какое-то определенное время для этого увлажнителя. Это инфракрасный увлажнитель. Вот. И что еще? И есть еще, так, капелька вот эта, я не знаю, что это, вот это вот, а, это показывает влажность, он увеличивать можно влажность, здесь, вот он увеличил, уменьшил, вот, значит, у него вовнутрь заливается вода, и если вы нажимаете на клавишу, вот, сейчас посмотрим. Это до 70% поднимается влажность. Вот он начинает работать. Значит, у него три режима. То есть сильнее режим, тише режим и вообще тихо. Вот, три режима увлажнения у него. Вот, потом вот эту кнопочку, если вы нажимаете, выставляется таймер. То есть до 12 часов он работает. Есть у него еще таймер, когда заканчивается вода, он автоматически сигналит красным и отключается. Здесь стоит внутри фильтр. Вот через этот фильтр поступает вода в саму установку эту. И что еще? Вот вы приглушиваем, можно приглушивать. То есть ночной режим, чтобы он не так сильно тарахтел. Ну, вот такой вот, значит, ионизатор воздуха, увлажнитель, фирма Polaris. Вот. Что еще здесь есть? Значит, есть функция, можно добавлять аромамасла, и он будет еще приятно запах раздавать по дому. Вот. В принципе, мы его покупали, почитали отзывы, и вот журнал, значит, журнал называется «Счастливые родители», они этот увлажнитель воздуха тоже очень хвалят. Посмотрим, как он работает. В Комфе сейчас можно приобрести такой вот, значит, увлажнитель воздуха. Мне предложили доплатить еще 10% от стоимости этого увлажнителя и взять гарантию на 3 года. То есть, если вдруг что-то с ним случается, то они не будут его сдавать ни в ремонт, ничего, а выдадут мне такой же фирмы новый. Вот. Вот такой вот обзорчик. Большое спасибо за то, что смотрите мой канал. Всем до новых встреч.